Кого бы там еще принесло? Я не уйду, пока вы не посмотрите фильм. Я завтра с ополчением ухожу на фронт. Ты для нас, юный, очень близкий человек, вы с детства вместе. Ты уж присмотри за ней. Хорошо? Война поменяла все наши планы, и все студенты подлежат обязательной эвакуации. Есть одна идея. А ты уверен, что делаешь все правильно? Принимай кинооператор. Не задание снять бой. Окапывайся. Скоро немцы позировать придут. В укрытие! До вас никто не давал такого материала. Ваш репортаж уникальный. Лёва, молодец. Юна должна знать, что я люблю её. Смирись ты уже. На фронте готовится масштабное контрнаступление. Руководство страны ждет от нас фильм. Делай своё дело, сынок. Принято решение доверить и вашей киногруппе съемку материала для этого фильма. Тогда я требую выдать репортажную камеру. Съемки документального фильма – это всегда непросто. Сейчас, во время войны, это еще и крайне опасно. Благодаря военным операторам мы можем узнать правду собственными глазами.